связи с отменой всего и всемирным карантином цифровые магазины начали наперебой предлагать геймерам различные скидки и акции. Вот, например, на GOG.com предлагают подборку из 27 бесплатных игр, где каждый найдет что-то себе по вкусу. Я бы в этом списочке, например, отметил бы первый Postal. В Стиме же стартует весенний фестиваль, но с одной особенностью. Игрокам станут доступны 40 демо-версий еще не вышедших игр, которые должны были шоукейсить на отмененной выставке игровых разработчиков GDC. Старт этого фестиваля назначен на 20.00 по Москве, ссылочку ищите на gameguru.ru. А я же пока расскажу вам о первых оценках Doom Eternal, новом DLC для Borderlands 3, успехе Nioh 2 и новинках, показанных на Nintendo Indie World. Вы же пока заставочка будет идти, успейте поставить нам лайк, чтобы потом не забыть. Компания Bethesda настолько уверена в своем новом Doom Eternal, что позволила публиковать обзоры шутера за несколько дней до релиза. И не прогадала, журналисты остались в полном восторге от шутера и охотно выставили ему высокие оценки. Согласно Metacritic, Doom Eternal на ПК заработал 90 баллов из 100, на PS4 — 87, а на Xbox One — 89. Портал OpenCritic гласит, что у шутера 89 баллов из 100, а 97% критиков рекомендует игру к покупке. Если вам нравятся шутеры, не сомневайтесь. Если вам нравится хорошая графика, не сомневайтесь. Даже если вам чем-то не понравилась первая часть, не сомневайтесь, потому что разработчики все исправили. Вот такие громкие эпитеты в обзорах. У нас, кстати, тоже вышла рецензия, да не от кого-то, а от самого Михаила Бочарова, человека, подарившего миру мем «Doom круто», а также переводчика книги о создании игры. Короче, если у вас еще оставались какие-то сомнения, отбросьте их и вперед. Вперед крошить чертей. На официальном YouTube-канале игры Borderlands появился видеоролик с первыми 12 минутами геймплея нового дополнения для Borderlands 3 Guns, Love and Tentacles. Из заявленного в названии концепта в видео присутствуют и пушки, и щупальца, а также можно встретить одного знакомого еще со времен второй части серии персонажа. В центре повествования окажется свадьба Алистера Хаммерлока с Уэйнрайтом Джейкобсом, который организует бывшая искательница хранилища Гейдж, и нападение неких лавкрафтян. Существ. Если вам это все о чем-то говорит, хватайте пушки, любовь и тентакли с виртуальных полок уже 26 марта. Стоило Microsoft начать сыпать инфоповодами касаемо их новой консоли Xbox Series X, как в Sony встрепенулись и тоже решили вступить в рекламную гонку. Была анонсирована специальная презентация PlayStation 5, которая состоится 18 марта в 19.00 по Москве, на которой обо всех ключевых особенностях консоли нового поколения расскажет главный системный архитектор Марк Церни. При этом в компании не стали распространяться о том, будут ли продемонстрированы какие-либо игры или же пока ограничатся техническими характеристиками. По слухам, новая консоль Sony уступает по мощности конкуренту из Америки, поэтому на реальный геймплей было бы посмотреть очень любопытно. Ролевой боевик про особенности японского фолклора Nioh 2 возглавил британские чарты продаж, но удивляет не только этот факт, ведь игра, мягко говоря, нишевая, но и то, что эксклюзив для PS4 забрался на первое место всего за один день, поскольку вышел за сутки до сбора статистики. Важно отметить, что учитываются лишь проданные физические копии, которых у Nioh 2 оказалось аж на 63% меньше, чем у первой части в свое время. Но ни о каком провале это не говорит, просто все постепенно уходит в цифру, к тому же сейчас еще и на улицу лишний раз никто не выходит. Примечательно, что другая новинка, красивейший платформер Ori and the Will of the Wisps, являющийся эксклюзивом Microsoft, не попал даже в десятку. Напоследочек расскажем вам о главных анонсах, состоявшихся на онлайн-презентации Nintendo Indie World, в ходе которой компания рассказала, какие независимые игры готовятся к релизу на Switch в ближайший год. Самым главным анонсом стал сиквел Enter the Gungeon, Exit the Gungeon, позволяющий взглянуть на знакомый мир оружия с новой перспективой. Игра, кстати, уже доступна на Switch и в Steam.
Также показан первый из временных эксклюзивов — трехмерный платформер Blue Fire от аргентинской студии Robby. Зрители описывают геймплей этой игры как смесь Hollow Knight и The Hat in Time. Итальянская студия Neps представила ролевую игру Baldo, выполненную в стилистике традиционной японской анимации в духе Ни на Куни. Создатель No Man's Sky Шон Мюррей показал новую игру от Hello Games под названием The Last Campfire. На этот раз никаких гор из обещаний, просто милая адвенчура с элементами головоломки. Создатель же популярного комикса Cyanide and Happiness объявил, что первая глава его приключенческой игры Freakpocalypse выйдет уже этим летом, а легендарный японский безумец Swery65 представил свой новый авторский проект The Good Life, в котором все люди превращаются по ночам в животных. Вот такой богатый ожидается у владельцев свечей урожай. Пишите в комментариях, какая из новостей вас обрадовала больше всего. Не забудьте глянуть наш обзор Doom Eternal. Не паникуйте и не скупайте всю гречку в городе. Все будет хорошо. До завтра.